Если честно, я думал, что все это всем уже давно понятно, и что никому, в общем-то, это больше и не нужно, и я, в общем-то, я могу над всем этим особо не запариваться, однако вы набрали так много лайков под последним видеороликом, под крайним, можно даже сказать, видеороликом, что я подумал, да, наверное, нужно все это обсудить, обо всем этом рассказать, и, в общем-то, чтобы все люди окончательно принимали взвешенное, нормальное, адекватное решение о том, стоит играть на Black Rush после всех вот этих вот минусов или не стоит. И давайте, в общем-то, я уже начну, потому что прошла, наверное, минуты или около того от видеоролика, а вы так, в общем-то, никакой информации не услышали. Я думаю, что это не особо хорошо, не особо правильно и не особо нормально. Как лично я, наверное, могу все это понимать, узнавать и прочие вещи также возможно делать. Однако, давайте вот, я не знаю, перейдем ко всем вот этим вот минусам Black Rush. Ну, в общем-то, минус тут только один, я могу сказать вам. И это, разумеется, большой онлайн. Большой онлайн на Black Rush — это, безусловно, огромнейший минус. То есть, из этого минуса вытекают некоторые подминусы, о которых мы сейчас и поговорим. То есть, из-за большого онлайна. Там начнем вот так вот. Пункт А. То есть, первое, то, что нужно понимать. Из-за большого онлайна, допустим, я или какой-то еще человек не может зайти на Black Rush очень долго. И в этом, разумеется, большой минус, потому что я-то как бы хочу поиграть, я хочу все это сделать на проекте Black Rush, а я не могу, потому что вот большой онлайн. И все. То есть, вот так оно все и происходит. То есть, даже сейчас, если посмотреть на мониторинг, онлайн составляет там, ну, я не знаю, около 12 тысяч человек. И это очень много. То есть, серверов-то всего 12 у Black Rush, и сейчас вот об этом, обо всем говорить, то, что у них там столько серверов, столько у них там всего, столько там всех вот этих вот прочих вещей, поэтому я думаю, что, наверное, не стоит обо всем этом говорить и так далее. Вот, начнем по порядку. То есть на первом сервере у нас тысячный онлайн, это определенно минус, потому что, ну, типа, тысячный онлайн, я не смогу зайти на первый сервак Black Rush. Начнем со второго минуса. Типа, второй сервер тоже там тысячный онлайн, вот, я тоже на него не могу зайти, соответственно, это тоже минус. То есть уже два минуса есть. Идем дальше. Третий сервак, это у нас тоже, типа, тысячный онлайн, тысяча человек там играет, то есть уже 3 минуса, 3000 человек, 3 минуса на 3000 человек, это 15 тысяч человек, минусов и так далее. А потом у нас идет четвертый сервак Black Rush, и тут уже у нас 998 человек, то есть около 1000, опять-таки можно округлить до всего этого, то есть 4000 минусов уже у нас тут есть. И я на самом деле не знаю, нужны ли кому-то еще хоть какие-то пояснения по поводу Black Rush, по поводу вот всей вот этого, знаете, большой огромнейшей империи, которую они тут воздвигли, и все вот это вот делают, потому что минус у нее только один, это большой онлайн. Все, то есть, если для вас это не минус, то есть то, что у вас там будут, я не знаю, то, что вы там не сможете зайти, то, что об вас там будут ноги буквально все вытирать, вот эти вот люди, у которых там, я не знаю, которые раньше вас зашли, возможно, со школы пришли раньше и зашли туда, то есть, если вас все вот подобное устраивает, то вообще проблем никаких нет. Но если вас все это не устраивает, то распространяйте, разумеется, хэштег Black Rush 12 тысяч минусов, потому что 12 серверов Black Rush есть, и на всех на них по 1000 человек играет, проводит на них свое игровое время активно. Поэтому сейчас рассказывать о том, что вот там то, все, пятое, десятое, то не то, это не то, мое не мое, то не то, в общем-то, можно еще много со всем этим связываться, рассказывать, обсуждать, но зачем все это делать? То есть я хронометраж данного видеоролика растягивать не хочу, не могу и, в общем-то, уже и не буду, потому что минус тут только один, он глобальный, он большой, он существенный, это большой онлайн. То есть все, всем, кому минусы, допустим, по какой-то причине непонятной лично для меня не нравятся, то я могу вам пожелать только одно, чтобы у вас, типа, поскорее прошло вот это вот ваше выздоровление, но это ненормально. Если вам минусы не нравятся, то, типа, ну, я не знаю, возможно, вы захотите поиграть на Black Rush. То есть, разумеется, типа, минусов много, но если захотите поиграть, то, разумеется, в общем-то, ну, можете это сделать. Я ж вам не могу запретить все это сделать. И, разумеется, вот айпишник будет в описании тогда на... Ой, вернее, то есть ссылка на скачивание Black Rush, она тогда будет в описании данного видеоролика. Вы можете зайти, там со всем этим ознакомиться. И там же есть мой никнейм Данила КПРФ, по которому вы также можете там забрать свои минусы, вернее, плюс бабки вы там можете сделать на всех вот этих вот промокодах, на всех вот этих вот никнеймах, на всех прочих вещах, поэтому вот, заходите, рассказывайте, смотрите и так далее. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока, всем до свидания и всем всего наилучшего, хорошего, прошлого и так далее. Увидимся тут же, завтра, я надеюсь, что все это произойдет в 20:00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше. Всем пока и до свидания.